Протерли ноги до мозолей, до крови, между болью и любовью я коплю на костыли. Не хватает 5 копеек, чтобы обеспечить быт, а вокруг свободно блеет повсеместный целлюлит. И без одежды стромбоцитами в крови. Пуля, подкури на тебя одна надежда. Я ж без любви и без одежды стромбоцитами. Телевизор, стул, диван, портрет, муму. Я на халяву выпил визу в эту сраную страну. От башки все мои беды, я лечу их топором. Накину все кеды, а буду бегать босиком. Стромбоцитами в крови. Thank you.
хватит времени, штанов хватит. Мы за вечер в Питере уверен, подполним их вновь. Пока теряем удобрям, снова я родился в мае. Все одета, дверь от дверь, прорывали вечер там. И мне тоже ровно 3 года назад я был с ними. Каждый день 15 и 7, да. Для меня мой будильник становится богом. Каждый день 15 и 7. Умоляю его, дай поспать хоть немного. Каждый день 15 и 7. Я полбит, я размазан на стрелке, на модах, как ты день, не 15 и 7. Я всегда умираю, но иду на работу. Распишем другую ленту по рукам и ногам, так что было надежно, удобно и мило. Я все люблю себя, попадает по там. Все, ребята, хана, мы приехали! Я ворочаю мысли, сидя на стуле. Каждый день 9 до 5. Меня нет, не звоните, я не существую. Каждый день 9 до 5. Я слышу одним глазом, закрытым рядом. Каждый день 9 до 5. Я прикован к нему железным канатом. Распушал кабуленты по рукам и ногам, так что было надежно, удобно и мило. Я слышу всегда, попадаю в капкан. Все, ребята, хана! Еду домой, минуя центр. Можно, конечно, рвануть и через центр, если сесть маршрут на такси номер 3, 17 или 19. Рвануть через центр и выйти где-нибудь возле театра, или возле ЦУМа, или возле моста. Выйти и ждать, кого ждать? Таких же офисных работников, как и я, моих друзей. Ждать и думать, что же делать сейчас? Что же делать? Что делать? Не важно, что делать, потому что все это после 5. Шептывал ленты по рукам и ногам, так что было надежно, удобно и мило. Я с улыбкой всегда попадаю в капкан. Все, ребята, хана, мы приехали! Билы!
Ну, бывает всякое.